Так, решил эксперимент провести. Есть Кока-Кола, есть ржавые гвозди и ключи. И мы попробуем на ночь оставить, залить это все этим говном. Вот. И посмотрим на следующий день, какой будет результат. Отъедает ли оно ржавчину? Так, ну что, вот наступил следующий день. Стоял стакан с этим говнищем. Что можно сказать? Особо ничего не произошло. Как было оно ржавое, так и осталось. Вот. То есть мы видим, да, смотрите. Ничего не отъело. И вот эти, ну, в общем, миф о том, что она там отъедает что-то, Кока-Кола, ничего к действительности, к реальности не имеет. То есть можно, ну, пить ее не надо, но как крот использовать тоже не стоит. В общем, не сжирает оно никакую ржавчину. В общем, миф развеян.